Так, всем привет. Сегодня на 12 номере крючка мы сделаем ушечку вот из такой вот новой ниточки. Такой вот цвет. Сейчас возьмем оранжевую нить. Сформируем точку атаки. Убираем оранжевую нить. Берем ультрафиолетовый лак. Немножечко на точку атаки нанесем. Берем булавочку. Сейчас. Лак разровняем здесь аккуратненько, чтобы было немножечко все пропитается. Ультрафиолетовый фонарик подсушим. Точку атаки. В принципе, все подсохло. Берем оранжевую монтажечку. Ой, оранжевую. Коричневую. Заговорился. Берем вот эту нашу новую нить. Кстати, она шерстяная написана нить. Шерстяная, но достаточно крепкая. Берем вот такую вот нить золотистого цвета. Отрезаем кусочек. Вдвойне ее складываем. Немножко объема придадим. Тоже фиксируем сюда. Все, убираем коричневую нить. Коричневую нить. Теперь берем вот эту новую шерстяную нить. Из нее мы сформируем тельце нашей мушки. Цвет такой красивый, но на камеру, наверное, плохо передается. Сформируем тельце. Берем коричневую монтажечку, закрепляем. Лишнее обрезаем. Лишнее обрезали. Теперь берем вот эту нашу золотистую ниточку и проматываем. Немножко блеску придадим из этой нитки. Закрепляем нить эту золотистую.
Теперь берем вот перышко куропатки, маленькая есть. Закрепляем его. С хакл сформируем. Наша мушка будет готова. Закрепили куропаточку, лишнюю ось отрезаем. Разравниваем ее. Еще разочек промотаем немножко головочку. Делаем финишный узел. Подлачим головочку. Вот такая вот простая мушечка у нас получилась. Шерстяной нитки с точкой атаки. Посмотрим, как она будет работать, как она себя покажет. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.